3 дня работы, 56 потраченных часов и задача решена. Студенты ДГТУ создали проект робота-пастуха. Изобретение состоит из трех элементов. Первый – робот наземного типа на четырех колесах. Он будет следить за тем, чтобы от стада не отбились отдельные особи. Робот приспособлен к горной местности и отражению нападения хищников. Об остальных элементах рассказал капитан команды Ислам Юсуфов. Второй элемент – это квадрокоптер, ну, просто робот воздушного типа, который сверху будет отслеживать как раз, если какие-то особи отделились или если там какой-то волк выбежал. В дальнейшем он будет отслеживать, какие территории наиболее опасны, то есть где большая вероятность нападения, и таким образом выявлять наиболее безопасный путь для, собственно, пастухов. И третий элемент – это сервер, на который будет передаваться информация с воздушного робота. Студенты стали победителями конкурса «Лаборатория робототехники Кавказского инвестиционного форума». Так их проект высоко оценил премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, который призвал ребят и дальше совершенствоваться в этом направлении. Следующим этапом их ждет Петербургский международный экономический форум. Я оцениваю очень положительно и очень хорошую работу студентов. Конечно, благодаря нашему профессорско-преподавательскому составу и той базе, материально-технической базе, которая существует в стенах Дагестанского государственного технического университета.